И как я тебя тут одного оставлю, когда в Ижевский зоопарк уеду? Ты, братец, не переживай, я от мамы уже научилась, пока сама буду тебя защищать. Рычать у малышки пока не получается, да и шипеть не совсем, но инстинкты хищника видно сразу. Доверившись сестре, ягуаренок-мальчик прячется за ее спину. Характер у девчонки явно мамин. Всего первая прогулка, а уже столько внимания. В поисках красивого кадра журналисты приближаются к малышам. Эх, видела бы вас сейчас наша мама, пощады бы точно не было. Мы заметили такие четкие черты характера у малышей. Мы увидели, что девочка, она достаточно агрессивна, у нее такой сильный характер, а мальчик, он более спокойный. И девочка, она защищает своего брата. Рождение сразу двух черных котят для зоомира событие грандиозное. В природе ягуары и меланисты встречаются крайне редко. Родители новорожденных разного цвета. Мама черная, а папа пятнистый. Окрас малышей из-за этого всегда непредсказуем. Это второе потомство, которое приносит она в зоопарке Лимпопо. Первое у нее были рыжие, пятнистые, а сейчас родились вот черные, пятнистые. Редкой такой мутации. Вот, хорошие котята. Внимательно все обнюхав после незваных гостей, Наоми приступает к намыванию своих детишек. «Мам, ты на них сильно-то не ругайся, они нас не обижали». Соседи, бурые капуцины, уже привыкшие к вниманию журналистов, не понимают, и чего эти ягуары так нервничают. Но самым спокойным остается глава семейства. «Что-то вы мне надоели, я, пожалуй, посплю». Алевтина Батурина, Сергей Пермовский, «Объективное на НТВ».